Ключевые моменты программы. Первое. Варта берет на себя абсолютно все затраты. Абсолютно все. С самого начала до самого завершения. То есть юристы, судебные сборы, все издержки, разработка проекта землеотвода, геодезия, техническая вся документация и в дальнейшем оформление права собственничества. И даже при продаже земельного участка, во время сделки купли-продажи, налог, который будет уплачиваться государству, 5% варта также берет на себя. 5% будет уплачиваться стоимости участка. То есть вы, заходя в программу, не несете никаких затрат. Абсолютно. Ничего нам не платите, никаких затрат не несете. Процесс длится 11-12 месяцев. Ну, рассчитывайте, грубо говоря, на год. Это объективные сроки процесса. Чем больше людей в процессе, тем легче решать эти вопросы. Так было всегда. И ничего не изменилось. Это принцип действия критической массы. После того, как участок будет оформлен и будет продан, 50% чистыми, без никаких вычислений от стоимости участка вы получите на руки прямо в момент сделки купли-продажи. Право собственничества оформляется на вас. То есть мы не можем этого сделать, поэтому оформляться право собственничества будет на вас, и вы будете фактически участник программы, активно принимает участие в начале, когда подписывает договора и вносит залог, и в конце, когда оформляется право собственничества и совершается сделка купли-продажи. То есть фактически это две активные фазы. Все остальное время участник программы в основном контролирует прохождение процесса, созерцает в своем кабинете клиента. Ну, вторая половина, соответственно, денежных средств и все затраты абсолютно, начиная от технических затрат, заканчивая поощрениями и премиальными нашим партнерам, все это лежит уже на варте. Земля. Мы реализуем ваше право на землю только там, где на нее есть покупатель. Работаем только с ликвидными землями, соответственно, с теми землями, которые стоят денежных средств. То есть та земля, которая ничего не стоит, на данный момент пока никому не нужна. Никто не готов ее, никто не покупать. И нет смысла и для нас заниматься этими земельными участками. Минимальная стоимость всех пяти участков, если так вот просто, ну, если брать те суммы, по которым вот оптом будут покупать, это минимальная стоимость 100 тысяч долларов. То есть половина ваша — это 50 тысяч долларов. Это то, что вы можете заработать, запустив 5 своих участков, на которые вы имеете полное право. Учитывайте такой момент, что каждый гражданин имеет право. То есть, если семья, муж, жена, это уже 10 участков, каждый по 5. Если еще сын взрослый или дочь. Ну и, соответственно, математика вот таким образом распространяется. Родители, сестры, братья. Это все то, на что вы имеете право. К сожалению, всего лишь 3% граждан страны знают о том, что такое право существует, а готовы что-то делать намного меньше. То есть 97% вообще находятся в неведении и ни сном, ни духом и ничего не делают для того, чтобы реализовать свое право или хотя бы заработать на этом деньги. То есть право есть, но каждый день вы эти деньги дарите чиновникам. На данный момент уже более 700 человек обеспечили, ну, мы уже так плавненько к 750 подошли, если быть более точным. Вот. То есть работа идет, мы методично работаем, и в данной ситуации программа открывает немножечко другие масштабы. И чем больше людей будет в процессе, каждый, кто зайдет в программу, все получат земельные участки, а точнее говоря, денежные средства за них.